Сегодня у нас две важные темы. Первое, как мы должны с вами фиксировать услуги ненадлежащего качества для того, чтобы произвели перерасчет. Эта тема сейчас наиболее актуальна, так как отопительный сезон в самом разгаре. По словам специалистов школы «Управдом», поступает немало жалоб от горожан на низкую температуру в квартирах. Если вам оказали некачественную услугу коммунальную, что в этом случае надо сделать? Как акт составить, кого вызвать, как настоять, чтобы сделали перерасчет? То есть это особенно в зимний отопительный сезон, это актуально, поэтому люди это часто спрашивают. К слову, в жилых зданиях в холодный период года температура воздуха должна быть не ниже плюс 18 градусов по Цельсию, в угловых комнатах не ниже плюс 20. В случае, если норма нарушена, потребитель вправе предъявить исполнителю, управляющей организации или ТСЖ, требования о безвозмездном устранении недостатка услуги. Таким образом, если температура в квартирах ниже нормы, то потребитель имеет право на перерасчет жилищно-коммунальных платежей. Для этого необходимо иметь на руках акт заявки и проверки. При перерасчете учитывается и размер жилплощади, и количество прописанных лиц. Полученная сумма будет засчитана в счет оплаты следующего месяца. Помимо темы отопления, лекторы затронули вопрос об изменении жилищного законодательства. По плану, с 1 января 2017 года коммунальная услуга на общедомовые нужды должна перейти в жилищную. И оплата будет производиться по тарифам, по нормативам, устанавливаемым уполномоченными органами власти. Также с января 2017 года планируется, что твердая плата за сбор и вывоз твердых бытовых отходов из жилищной услуги перейдет в коммунальную услугу и будет называться твердые коммунальные отходы. Эксперт уверяет, потребители принципиальной разницы не почувствуют, лишь увидят квитанции другого формата. А возможно, что эти изменения наступят гораздо позднее, так как сейчас специалисты рассматривают вопрос о переносе срока. К слову, это было последнее занятие школы «Управдом» в уходящем году. Учебный процесс начнется уже после новогодних праздников. Алина Черненко, Андрей Макаров, новости на Восьмом.